Колись хизувалася своїм дизайном на міських дорогах, а тепер служить на фронтовому бездоріжжі. Тероборонівці перелаштували Ауді на військовий автомобіль, як оновлений багі допомагає визволяти українське небо від російських безпілотників. Дивіться матеріалі Сил територіальної оборони Збройних сил. На базі Ауді, двигатель Ауді, ходовая Ауді, резина болота, двері від БТР. От із них зробили мінімальну якусь защиту. На даний момент вона виконує функцію по защиті від дронів камікадзе, стоїть на бойовому дежурстві. Так, в дальнейшем будет использоваться как огневая мощь. Поступает сигнал тревоги. Группа мобильная выезжает на позиции и отслеживает определенный свой сектор. При обнаружении без команды открывается огонь для поражения шахеда. Пулеметное гнездо под Браунинг. На заднем мосту москвича сделано поворотным на 360 градусов. Пуля летит 6 километров где-то, но эффективность до километра. До двух может работать, но самое эффективное это до километра. Но он пробивает практически все бьет, кроме танка. Идея родилась еще в Солидаре, на боевых. Зародилась сделать баги для того, чтобы была огневая мощь и мобильная. Нашли баги, которые участвовали в гонках на выживание. Рама была элементарная. Двигатель от Audi 2.5 бензин. Простая система электроники. Довольно хороший, мощный. Хватает. По бездорожью идет хорошо. На трассе 80-90. Система простая. Тахометры, питание, насос запускается, запуск двигателя. Вот здесь освещение просто включается. Это тумблер для прикуривателя. Салон для курящих. Нам нужна мобильность. Чем больше мобильности, тем легче будет нашим ребятам воевать.